В 1940 году была доказана Морсом и Хедлундом теорема, которую я вам сейчас сформулирую. Слова «штука» — это то же самое, что равномерные, непериодические слова. И это то же самое, что геометрические слова с иррациональным угловым коэффициентом. Я сейчас все эти три понятия, конечно, буду объяснять. У нас уже было на прошлом занятии понятие «равномерное слово». Это слово в алфавите из двух букв, которое обладает следующим свойством, что если вы берете любые n букв и в другом месте тоже любые n букв, то количество букв А, давайте здесь будет К букв А, а здесь будет N букв А. Так вот, эти самые количества отличаются не больше, чем на единицу. То есть могут быть равны, могут отличаться на единицу, но не больше. Повторяю, это называется равномерные непериодические слова. В прошлый раз у нас и было понятие геометрическое слово. Это вот что такое. Берем любую прямую с уравнением y равняется kx плюс b, где k – иррациональное число, здесь написано иррациональный угловой коэффициент. И смотрим, где она пересекает горизонтальные линии, заданные уравнением y равняется целое число, и вертикальные линии, заданные уравнением x равняется целое число. Вот. И, ну давайте, для простоты, пусть прямая не проходит ни через один узел, там, где пересекаем горизонталь, у нас в прошлый раз были ч и b, давайте сейчас, чтобы не путаться, точно, чтобы не путаться, давайте там, где пересекаем горизонталь, просто-напросто будем писать букву g, а там, где пересекает вертикаль, будем писать букву V. Так вот, и прямо напрямую у нас получаются буквы G и V в бесконечном количестве влево и вправо. Так вот, оказывается, что такого типа слова это в точности то же самое, что равномерные непериодические слова. И теперь, что такое слова штурма? Для того, чтобы дать определение, мне потребуется сказать, что такое функция количества разных подслов данной длины. Давайте пишу определение. Итак, f(n) – это количество разных подслов длины n. Ну, пример. Пусть у нас слово будет периодическое такое AAB, AAB и так далее. Сколько в нем разных подслов длины 2? Очень просто. Или АА, или АБ, или БА. Видите, три штуки. Да? Вот в этом случае говорят, что F от 2 – это 3. Так вот, слова штурма заданы следующей простой формулой. Для любого натурального числа n, f от n должно равняться n плюс 1. То есть на единицу больше, чем n. У нас, кстати, вот так и получилось, да? Вот здесь, когда у меня было a, b, да, то получилось так. Давайте посмотрим вообще, есть ли что-то интересное в этой функции f от n. Вот представим себе, для простоты сначала, что у нас есть произвольное периодическое слово. Ну что значит периодическое слово? Значит, у него есть какой-то период, да? То есть некое слово, которое повторяется до бесконечности. Ну, если оно в обе стороны бесконечное, то ничего другого не может быть. Периодическое и периодическое в обе стороны повторяется. Если же оно только в одну сторону, то возможно еще такая ситуация. Предпериод. Понятно, да? Так вот, давайте, пусть есть предпериод какой-то, это некое слово альфа, и есть дальше период, бета, бета, бета,
и так до бесконечности идет. Представьте себе, что у нас есть некое слово длины n, из n букв. Вы понимаете, что вот если его здесь брать, то из-за периодичности можно его передвинуть сюда, и тогда считать, что оно начинается где-нибудь или здесь, правильно? Поэтому для любого n fn вот от этого слова не больше, чем длина альфа, давайте я длину обозначаю вертикальным палочком, чем длина альфа плюс длина бета. Почему? Потому что можно начинать перед первой буквой альфа и отсчитать n букв, перед второй, там, перед последней, сразу после слова альфа там, и так далее. То есть у нас есть два слова, и можно с любого места. А вот если отсюда начинать, то можно просто передвинуться на период и сказать, что отсюда начинается, то же самое, что отсюда начинать. Все понятно? И смотрите, для любого n, fn не больше, чем некоторая постоянная величина. Оказывается, что имеет место замечательная теорема. Я ее сегодня доказывать не буду, а вот в следующий раз обязательно надо будет доказать. Слово периодическое равносильно следующим условиям. Тут забавным образом будет даже два условия. Одно условие такое. Существует натуральное число k такое, что fk равно k. И другое условие. Существует такое число c, что для любого n fn не больше, чем c. Пожалуйста, посмотрите внимательно. И поймите, что это не так уж очевидно. То есть вот смотрите, мы уже поняли, что периодическое означает, ну, влечет, что обязательно fn не больше, чем сумма длин периода и периода. Значит, если слово периодическое, то вот это третье условие обязательно выполнено. Замечательно.